На 30 октября в Ненецком округе выявлено 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 9 человек выздоровели. Таким образом, активных носителей COVID-19 на эту дату, получающих амбулаторное и стационарное лечение, 107 человек, самоизолированных 804. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Введены новые меры ограничений. Они касаются заведений общественного питания, которые будут закрыты для посещения с 23 часов до 6 часов утра, а также работы ЗАГСа. Теперь на торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожены и регистратор. По-прежнему в округе действует так называемый пропускной режим. Прибывающим в Нарьян-Мар из других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо предоставить либо справку об отсутствии заболевания, либо уйти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. В общественных местах и на транспорте по-прежнему действует масочный режим. Маска это очень эффективный метод. То есть, по крайней мере, мы защищаем себя от того, что если кто-то чихнет в нашем окружении, или человек, который с минимальными проявлениями УРЗ вышел, так скажем, на улицу, сконтактировал с нами там, в общественных местах, то тоже как бы риск заражения снижается порядка на 10%. За нарушение масочного режима предусмотрены административные штрафы. Впрочем, судя по всему, население привыкло к ношению медицинских масок в общественных местах, на транспорте и при проведении публичных мероприятий. По крайней мере, большинство. Мы можем долго говорить о эффективности или неэффективности маски, однако как барьер, да, этот метод явно снижает процент инфицирования. И это не только данные нашего здравоохранения, это данные научных журналов и российских, и международных. Поэтому соблюдайте масочный режим, берегите себя и окружающих, и будьте здоровы. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».